Друзья, продолжаем знакомиться с улицами нашей столицы. На очереди улица Дзержинского. Поехали! Свое название улица получила в честь Феликса Эдмундовича Дзержинского, революционера по происхождению польского дворянина, советского государственного деятеля, главы ряда наркоматов, основателя ВЧК. Расположенная в Ахитовском районе улица Дзержинского пролегает преимущественно в парковой зоне города и имеет протяженность 840 метров. Извините, 842. А еще эта улица является самой широкой в центре. В общем, вот отсюда и вон до туда. И так 125 метров. Ну, в общем, вот до сюда. Итого, я уже говорил, 125 метров. Ну и, конечно же, здесь находится фонтан любви и здание Казанской консерватории. И всеми любимыми казанцами Ленинский садик и парк Черное озеро.